28 сентября Европейский Союз выразил серьезную обеспокоенность в отношении меры наказания, которую прокуратура Украины потребовала назначить для бывшего премьер-министра страны Юлии Тимошенко. Мы серьезно обеспокоены требованием прокурора Печерского районного суда Украины приговорить бывшего премьер-министра Юлию Тимошенко к 7 годам тюрьмы и наложить большой штраф за превышение служебных полномочий при заключении соглашения о поставках газа с Россией. Размер суммы компенсации, которую требуют взыскать Юлии Тимошенко в пользу государственной компании «Нафтогаз», составляет почти 200 миллионов долларов. Исходя из того, что, как мы понимаем, судебное разбирательство вскоре может закончиться, мы вновь хотим подчеркнуть необходимость для властей Украины проявить уважение к правовым нормам, включающим проведение честного, беспристрастного и независимого судебного разбирательства. Мы считаем, что эти принципы в особенности важны для страны, с которой мы стремимся перейти к более глубоким договорным отношениям. Согласно обвинению, Юлия Тимошенко в 2009 году злоупотребила своей властью, будучи на посту премьер-министра Украины, и оказала давление на государственную энергетическую компанию «Нафтогаз» при подписании соглашения о поставках голубого топлива с российским «Газпромом». Глава украинской оппозиции Юлия Тимошенко, которая в 2010 году проиграла выборы президента Виктору Януковичу, называет судебный процесс расправой нынешней власти со своими оппонентами.